Открытый республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей проходит на Анжи-арене в Каспийске. Соревнования приурочены ко Дню Победы. Около 200 спортсменов поборются за 22 комплекта наград. В турнире участвуют команды Дагестана, Республики Северной Осетии, Алании, Якутии и Казахстана. По итогам соревнований тренерский штаб отберет лучших борцов для участия в спартакиаде из КФО, которая пройдет в Ставрополе.